Такого шоу в Дагестане еще не было. Артисты из 5 континентов. В Махачкалу с новым международным шоу приехал легендарный санкт-петербургский цирк «Шапито Империал». Почему всем стоит побывать на представлении, расскажет моя коллега Зумруд Гамидова. Цирк «Империал» по праву можно считать резидентом республики. Он каждый год приезжает с новой программой. Но в этом году программа гастролей особенно. Артисты приехали со всего мира. С самого начала захватывающее шоу погружает в атмосферу волшебства, в которой каждый может почувствовать себя ребенком. Ребятишки в восторге от выступления дрессированных верблюдов, а появление на сцене роскошных тигров восхитит кого угодно. Дрессировщик из Италии Хуан Карлос является главным украшением программы. Мне очень-очень понравился ваш регион, и наше выступление здесь было принято с таким теплом, что даже сравнивая с моей родной Италией, я могу сказать, что почувствовал здесь даже большую отдачу от зрителей. Очень радует дагестанский климат, здесь тепло и уютно животным. «Империал» – единственный цирк в России, где конферансье поет. Многие номера сопровождаются живым вокалом. Необычная и захватывающая часть программы – мотокаскадеры в шаре смерти. Их трюки не подвластны законам физики. Выступление смотрится на одном дыхании. В Дагестане мы почувствовали особую теплоту и поддержку от зрителя, и нам хотелось стараться еще больше. Так как наш номер связан с большим риском, мы всегда должны быть предельно осторожны. Во время выступления мы всегда смотрим друг другу в глаза и стараемся концентрироваться максимально, так как одна ошибка может привести к тяжким последствиям. Ну а когда под куполом цирка появились бесстрашные акробаты, то весь зрительный зал поневоле затаил дыхание. Кажется, что выполнить такие сложные трюки без страховки просто невозможно. Представление длится 2,5 часа. Оно состоит из профессионально подготовленных номеров, а дополняет это все отличный свет и музыка. Нестандартные хореографические выступления, силовые трюки и потрясающая грация воздушной гимнастки. Разумеется, весь вечер на манеже забавный клоун. Его зовут Моня, и зрителям нравится с ним общаться. Несколько раз за представление Моня радует детей своими номерами. На первом же представлении зал был полон, и горожане не скрывали своего восторга. Цирк «Империал» разрушает представление о границах возможностей человека. Подтверждение тому – яркие эмоции и восторженные отзывы зрителей. Впечатление, честно говоря, потрясающее. Я вот регулярно, когда приезжает цирк «Империал», я посещаю их выступления. Но это выступление у меня просто бурю эмоций вызвало. Это реально очень потрясающе. И тигры, на самом деле, завораживающие. Честь и хвала, на самом деле, людям, которые работают с хищниками. Яркие огни софитов, фееричные танцы и конфетти лишь усиливают впечатление и стали достойным завершением циркового представления. Увидеть программу цирка «Шапито Империал» махачкалинцы смогут до 29 апреля в парке «Дракон». Чао дель Италия! Войду Бразил! Весь коллектив цирка «Империал» приветствует Республику Дагестан и приглашает вас на новое цирковое шоу, которое состоится до 29 апреля. Ждем вас в парке «Дракон». Зумруд Гамидова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.